Это необычный, специальный праздничный выпуск. Речь пойдет про первый парад Победы в 45-м году. О нем я решил рассказать вам в документальном формате через непростые взаимоотношения двух центральных маршалов Советского Союза – Жукова и Рокоссовского. Основной текст читает Алексей Богдасаров, а я время от времени буду делать небольшие уточнения. Часть первая. Год 1945. 21 июня. Сталин неожиданно вызвал к себе Георгия Жукова. Едва маршал переступил порог кабинета, Иосиф Виссарионович спросил: «Ты верхом ездить не разучился?» «Нет, в седле чувствую себя уверенно», — ответил Жуков. Возникла пауза. Сталин пристально смотрел военачальнику прямо в глаза, затем отвернулся к окну и сказал: «Вот что, парад Победы придется принимать вам». И добавил: «Командовать парадом будет Рокоссовский». После этого разговора Жуков официально стал маршалом Победы. 24 июня 45-го, когда он под бой курантов и бурные аплодисменты въехал на Красную площадь, это звание в народе за ним закрепилось окончательно. На параде с трибуны Мавзолея Георгию Жукову доверили также выступить с небольшой речью. 4 года назад немецко-фашистские полчища по-разбойничьи напали на нашу страну. Советский народ вынужден был оставить мирный труд и взяться за ружье, чтобы отстоять честь, свободу и независимость своего отечества. Своим решением доверить Жукову принимать парад, а Рокоссовскому командовать шествием, Сталин навсегда обозначил: Жуков – первый маршал, а Рокоссовский – второй. Кстати, есть версия, что Жуков оказался на коне лишь потому, что Сталин неуверенно держался в седле. Почему Сталин сам отказался принимать парад? Во-первых, он был уже пожилым человеком. Существует также байка, запущенная с легкой руки Жукова. В своих мемуарах военачальник со ссылкой на слова Василия Сталина, сына вождя СССР, вспоминал, что Иосиф Виссарионович готовился к параду и даже тренировался на лошади, которую ему предоставил Будённый. Однако на тренировках не удержался в седле и упал с коня. Но вождь всех народов уже не первый раз делал Константина Константиновича вторым номером. В ноябре 44-го Сталин по телефону снял его с командования Первым Белорусским фронтом, хотя перед его войсками открывалась дорога на Берлин. На вопрос военачальника «За что такая немилость?» Сталин ответил: «Это не немилость, это политика. На ваше место назначен Жуков». О какой политике говорил Верховный, поляк Рокоссовский должен был догадаться сам. После этого Георгий Константинович – маршал Победы, а Рокоссовский, который, как считают многие историки, был в те годы самым одаренным военачальником, оказался в его тени. Отношения Жукова с Рокоссовским были очень противоречивыми. Впервые их жизненные пути пересеклись в 1924 году. Они были слушателями кавалерийских курсов командного состава. Карьера Рокоссовского затем шла по восходящей. В 30-м году он командовал Самарской кавалерийской дивизией, а Жуков служил у него комбригом. В своих мемуарах он писал: «Ко мне Рокоссовский относился с большим тактом, а я высоко ценил его военную эрудицию и опыт». Кроме того, Жуков отмечал редкие душевные качества своего командира. Но в 1937 году Рокоссовского исключили из партии и уволили из Красной армии. Вскоре арестовали и обвинили в шпионаже на польскую и японскую разведки.
Есть, однако, версия, что он не сидел в тюрьме, а воевал в Испании под именем Мигель Мартинес. Правда, никаких подтверждений его пребывания в рядах тамошних республиканцев нет. Согласно официальной информации, весной 40-го года Рокоссовского реабилитировали и восстановили в правах. Ему даже присвоили звание генерал-майора. Однако, когда началась Великая Отечественная война, в сводках Совинформбюро во время обороны Москвы сообщалось о героических действиях генерала Р. Якобы руководство не хотело превозносить бывшего врага народа. И только в конце октября 41 года фамилия Рокоссовского прозвучала в официальном сообщении. В нем говорилось, что его бойцы сожгли 60 вражеских танков. Со второй половины дня германские войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной Армии. После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями. В то время Жуков уже был командующим войсками Западного фронта. В характеристике на генерала он писал: «Товарищ Рокоссовский успешно провел оборонительную операцию и не пропустил врага к Москве. Лично храбр, инициативен и энергичен. Должности командующего войсками армии вполне соответствует». Но Жуков вряд ли забыл, что во время боев на Истринском рубеже четко обозначилось расхождение взглядов двух полководцев на тактику и стратегию. Тогда Рокоссовский предложил отойти и организовать оборону. Жуков приказал стоять насмерть. Эта сцена хорошо показана в киноэпопее Юрия Озерова «Битва за Москву». Роль Жукова исполнил Михаил Ульянов, а Рокоссовского сыграл Александр Голобородько. Георгий Константинович, я приехал просить тебя. Разреши отвезти войска на Истринский рубеж. Это всего 10 километров. А водохранилище и сама река Истра – хороший оборонительный рубеж, заняв который можно организовать прочную оборону. Войска армии понесли большие потери и в людях, и в технике. Я уж не говорю о смертельной усталости. Отойти значит отступить, товарищ Рокоссовский! Нет! Ни шагу назад! Стоять насмерть! Тогда Константин Константинович обратился в генштаб, где его план поддержали. Но Георгий Константинович прислал гневную короткую телеграмму: «Войсками фронта командую я». Таким образом, он поставил в споре точку. А в телефонном разговоре грубо отчитал своего подчиненного. Поэтому Рокоссовский даже предупредил начальника, что если тот не сбавит тон, то он прервет разговор. Об этом эпизоде Рокоссовский вспоминал очень деликатно. Он писал: «В тяжелые дни наш командующий не всегда отличался выдержкой, спокойствием и уважением к подчиненным». Солдаты любили Рокоссовского. Как-то раз на передовой они вручили командиру сделанный своими руками портсигар с надписью «Нашему Суворову». Жестокий бой нам был не страшен, на подвиг каждый был готов. Ведь с нами был победы маршал, любимец всех фронтовиков. В конце войны были и беды, весни растаяли, как снег. Но продолжала жить легенда, стала истинной легенда. Где Рокоссовский, там победа, где Рокоссовский, там успех. Часть вторая. Гораздо более жестко о стиле руководства Жукова отзывался генерал, а впоследствии маршал Андрей Еременко. Своего начальника он назвал узурпатором и грубияном, который всех топчет на своем пути.
Еременко считал, что Жуков – высшей марки карьерист. А Рокоссовский никогда не обращался к подчиненным на «ты» и не унижал их. Практически нет интервью с Рокоссовским. Вот с Жуковым есть как минимум несколько, а с Рокоссовским нет. Где бы отчетливо можно было послушать его голос, рассказы о войне. Вот, может быть, единственное, в хорошем качестве. Каждое слово слышится отчетливо, хотя давал он его уже глубоко пожилым человеком. Нельзя умолчать о том, что все мы чувствовали от солдата, от рядового до командующего фронтом, наш советский народ, руководимый нашей партией. Мы чувствовали, что нас обеспечивают все новейшим и новейшим оружием. Несмотря на тяжелые условия, промышленность наша эвакуировалась, все же нам народ делал все для того, чтобы обеспечить свою любимую армию. Армия отвечала величайшей любовью партии, правительству и нашему советскому народу. Кстати, Константин Константинович был вторым человеком после начальника генштаба Бориса Шапошникова, кого Сталин называл по имени-отчеству. Такое обращение он заслужил после Сталинградской операции. Кстати, Рокоссовский не боялся возражать даже самому вождю всех народов. Например, во время обсуждения вставки операции «Багратион» по освобождению Белоруссии, Рокоссовский, вопреки мнению верховного главнокомандующего, отстаивал свою позицию. Ему даже несколько раз предлагали выйти в соседнюю комнату, чтобы хорошенько обдумать предложение руководства. И всякий раз Константин Константинович продолжал гнуть свою линию. По этой ли причине, или по политической, через несколько месяцев он получил приказ Сталина передать командование Первым Белорусским фронтом Жукову. Товарищ Рокоссовский, вы назначаетесь командующим Вторым Белорусским фронтом. За что? С присущей ему прямотой спросил маршал. Этот вопрос Сталин оставил без ответа, но задал свой, чисто риторический. Как вы смотрите на кандидатуру Жукова? Достойная кандидатура. Кратко сказал Рокоссовский. Он, наверное, сразу догадался о причинах своего нового назначения, тем не менее никогда не высказывал их вслух. А вот историки полагают, что всему виной происхождение маршала. Его отец – поляк из старинного шляхетского рода. Мать – из русских мелкопоместных дворян. К тому же, на протяжении нескольких лет всеми любимый маршал считался врагом народа. А может быть, Сталин опасался растущего влияния двух военачальников и применил на практике проверенный метод «разделяй и властвуй». Как бы то ни было, но отношения Жукова и Рокоссовского стали более чем натянутыми. В этом признавался позже сам Георгий Константинович. Якобы он даже сказал Сталину, что чувствует себя неловко перед Рокоссовским, на что Иосиф Виссарионович заметил. «Мы же не красные девицы, поэтому все эмоции надо отбросить в сторону. Дело требует поступить так, а не иначе». Войска на Берлин повел именно Жуков. По самым приблизительным оценкам, в той битве погибли сотни тысяч красноармейцев. Некоторые исследователи полагают, что потери могли быть меньше, если бы операцией руководил Рокоссовский. Но это всего лишь предположение. А факты говорят о том, что Рокоссовский возглавил Второй Белорусский фронт и на этом участке оказал Жукову неоценимую помощь. Глядя на Рокоссовского, слушая его рассказ, становится очевидным. По прошествии лет главной гордостью для него был личный вклад в победу, а не лавры принимающего парад победы. Главным был вклад в победу, добытую нечеловеческими усилиями, всей страной, каждым участником. Противник был очень силен, имел много танков, хорошо вооружен, и неверно, что они уж так бедненько выглядели,
чуть не знаете, сдавались сами в плен. Вот почему с таким большим трудом и так медленно, буквально прогрызать пришлось вот это все направление. Но цель была одна, в цель порвать и затем раздробить. И, наконец, наступил момент такой, когда соединились наши войска наступающие с востока с наступающими с запада. Во время берлинской наступательной операции войска Рокоссовского сковали основные силы 3-й немецкой танковой армии. И она не смогла прийти на помощь гитлеровцам, которые обреченно сопротивлялись в столице Германии. Лавры маршала Победы достались уроженцу Калужской губернии Георгию Жукову. Рокоссовский в душе очень переживал, но не стал опускаться до сведения личных счетов. А в 1946 году Сталин не без причины стал опасаться невероятной популярности Жукова. Сам Жуков, кстати, и много лет спустя не опускался до критики Сталина, хотя, конечно, был на него обижен. Но понимал, новый руководитель страны, то бишь Хрущев, куда более слабый управленец. В одном интервью Жуков в пух и прах разбил версию о том, что Иосиф Виссарионович руководил войной по глобусу. Говорил, первый год Сталин набирался опыта, но всю вторую половину войны мы учились у него. В оценках Жукова вообще не было оскорбительной критики вождя. Сталин взял карту с расположением стратегических резервов и стал внимательно рассматривать. Чтобы не мешать Сталину, мы отошли от стола подальше. И стали между собой очень тихо разговаривать, что все это, конечно, полумера. Надо, видимо, искать иное решение вопроса. Сталин поднял голову, спросил, а какое иное решение? Я никогда не думал, что у Сталина такой острый слух. На военном совете многие члены назвали бывшего триумфатора политически опасным человеком, нечестным коммунистом и обвинили в бонапартизме. Надо сказать, что Рокоссовский их не поддержал. В отместку и его попытались обвинить в строительстве настоящего дворца в Подмосковье. После внезапно организованной проверки выяснилось, что вместо маршальских хором Рокоссовский живет в простой избе. Вернувшись с войны, он не стал ее перестраивать. Принципиально Константин Константинович поступил и в 1962 году, когда Никита Хрущев предложил ему написать статью о культе личности Сталина. На это Рокоссовский ответил: «Сталин для меня велик и недосягаем, как исполин». Ответная реакция последовала незамедлительно. Рокоссовского сняли с должности заместителя министра обороны СССР. Жуков, кстати, в этом вопросе с Рокоссовским был согласен. И это объединяло двух маршалов. В 1965-м Рокоссовский и Жуков снова в парадных мундирах встретились на параде Победы на Красной площади. Это был второй парад. 20 лет торжественного шествия не было. Сталин в том же 1945-м их отменил. Так вот, в 1965-м году ни Жуков, ни Рокоссовский уже не были на параде главными действующими лицами. Надо сказать, что парад на Красной площади состоялся и в 1941 году, 7 ноября, хотя линия фронта находилась в нескольких десятках километров от Москвы. Тогда он был посвящен 24-й годовщине Октябрьской революции. Мероприятие имело огромное значение для поднятия морального духа армии всей страны. Командует парадом маршал Советского Союза Рокоссовский. Парад принимает маршал Советского Союза Жуков. Первый парад Победы 24 июня 1945 года завершался складированием флагов поверженных гитлеровских войск к подножию мавзолея. На следующий день газета «Правда» писала:
Внезапно смолкает оркестр, раздается резкая дробь барабанов, к трибуне подходит колонна бойцов. У каждого в руках немецкое знамя. 200 плененных вражеских знамен несет колонна. Сейчас они единственное, что напоминает о былых полках и дивизиях Гитлера. 200 знамен разгромленных гитлеровских армий склонены к ногам победителей. Поравнявшись с трибуной, бойцы презрительным жестом с силой бросают вражеские знамена к подножию мавзолея. Чья это была идея? Бывший начальник генштаба, генерал Сергей Штеменко, в своих мемуарах рассказал, что это было решение Сталина. В конце мая 1945-го он дал указание генералам. На парад надо вынести гитлеровские знамена и с позором повергнуть их к ногам победителей. Подумайте, как это сделать? Сценаристам парада пришлось срочно заняться историческими изысканиями. В итоге нашим солдатам, несшим фашистские стяги, пришлось выполнять сложные перестроения, которыми пользовались еще легионеры Древнего Рима. А идея публичной казни вражеских знамен была заимствована у великого полководца Александра Суворова, в войсках которого был ритуал небрежения не к неприятелю, а к его поверженным военным отличиям. Лучшие люди фронтов, летчики, танкисты, кавалеристы, пехотинцы, русская пехота, потомки суворовских орлов, они настойчиво били врага, били наверняка по всем правилам сталинской военной науки. Деревянный помост, на который бросали знамена, потом сожгли для дезинфекции? Нет ни одного документа или кадра, подтверждающего существование такого помоста. Знамена бросали на асфальтовую площадку. Нет и подтверждений, что знаменщики сжигали перчатки, в которых были на параде. Как в трофеи затесались кайзеровские стяги? Нужно было отобрать 200 военных знамен и штандартов для парадной коробки батальона. Некоторые историки утверждают, что подходящего трофейного материала в достаточном количестве просто не смогли собрать. И потому добавили к числу гитлеровских еще и знамена старой германской кайзеровской армии. Действительно, на фото парада хорошо видно, что уже в первой шеренге трое советских солдат несут два трофейных кавалерийских штандарта прусской королевской армии. Один образца 1860-го, другой образца 1890-го года. А третий – знамя Ландвера, ополчение прусской армии 1860-го года. Дело в том, что еще 28 августа 1944 года Гитлер распорядился вывести все знамена и военные флаги из фронтовых зон в музее Вермахта. А после войны в Москву из Берлина и Дрездена доставили около 900 трофейных знамен. Многие из них были собраны трофейными командами СМЕРШа в мае 1945-го. Некоторые взяли и из музеев. Их привезли и сложили в спортзале лефортовских казарм. Из них спецкомиссия и отобрала 200 знамен и штандартов для парада. И то ли по недосмотру, то ли из-за красоты и внушительности, других объяснений у историков нет, вместе с реальными гитлеровскими знаменами комиссия отобрала около 20 старых немецких флагов. Откуда взялись две разные версии документального фильма о Параде Победы? Да, существуют черно-белый и цветной вариант фильма. Сталин остался недоволен первым фильмом, где в кадр не попали двое из 10 командующих фронтами – Баграмян и Еременко. Решили доснять недостающие кадры, а заодно и улучшить фильм яркими фрагментами о фашистских знаменах. Парад Победы
яркая демонстрация героического пути нашего народа, пройденного под водительством великого Сталина. В цветном варианте есть кадры, на которых крупным планом бросаются не только военные флаги Германии, но и партийные, и даже ветеранские. Для киношников главным было лишь наличие свастики на стяге. Эту сцену доснимали даже не на Красной площади, а в Центральном музее Красной армии. Кто бросал немецкие знамена к подножью мавзолея? Это было поручено сводному батальону из 200 солдат. Половина бойцов была отобрана из действующей армии, а еще половина – из почетного караула. На строевых тренировках фронтовики выглядели не лучшим образом. Дело пошло лишь когда во главе батальона поставили превосходного строевика – старшего лейтенанта Вовка, замкомандира роты почетного караула. Тренировались знаменщики с палками-распорками от солдатских палаток длиной 1,8 метра. Нагрузки были серьезными. Кавалер двух орденов Славы Шипкин вспоминал. Нас муштровали, как новобранцев. Гимнастерки не просыхали от пота. Но нам было по 20-25 лет, и огромная радость победы брала верх над усталостью. А вот что рассказал фронтовик Иван Назаров. Для тренировок на поле центрального аэродрома был сооружен макет мавзолея. Один надзирающий генерал выразил неудовольствие. Что это вы знамена фашистские складываете перед мавзолеем? Их швырять надо. Стали швырять. А гитлеровские знамена были тяжелее, чем советские. Нацисты скрепляли древки металлом и увенчивали их навершием из литой стали. Швырять такую штуковину было непросто. 21 июня маршал Жуков уже на Красной площади лично экзаменовал подготовку носильщиков трофеев и остался доволен. Что известно о рослом сержанте, который нес древко штандарта дивизии СС Адольф Гитлер? Это старший сержант Федор Легкошкур, богатырского сложения воин, правофланговой первой шеренги, который первый с презрением швырнул фашистское древко на мокрый асфальт. Его сослуживцы рассказывали, что поначалу он отказывался нести врученный ему экспонат. «Не хочу руки марать этой мерзостью». Офицерам пришлось провести для сержанта политзанятие, разъяснить, какая важная задача ему поручена. Потом Легкошкур этим даже гордился. «Штандарт, который я нес, тяжелый. Надежно было сделано. И с какой ненавистью к фашизму и гордостью за наш народ и армию я его пронес по площади. А когда подошли к мавзолею, я этот штандарт высоко поднял и с силой бросил оземь». Говорят, последним к мавзолею бросили знамя армии генерала-предателя Власова. Неправда. Никакого власовского триколора среди трофеев не было. В учетных карточках и в списках трофейных знамен, хранящихся в Центральном музее Вооруженных сил России, оно не числилось и не числится. Что было с немецкими знаменами после парада? Германские стяги были по описи переданы в Центральный музей Красной армии. Порядка 500 трофейных знамен. Это были не только знамена вермахта, но и государственные и партийные флаги фашистской Германии. В 50-е и 60-е годы по постановлению Совета министров СССР они передавались представителям ГДР, больше 100 знамен, в музее Болгарской народной армии и войска польского. А в начале 90-х годов около 10 знамен переданы музеям США. С
С вами был Иван Панкин. Текст читал Алексей Богдасаров. До свидания.